моя. Подрасту и стану я военным, сильным, смелым, гордым буду я. Наша армия сильная, сильная, наша армия смелая, смелая, наша армия гордая, гордая. Это песня об армии моей. Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая, наша армия самая гордая. Святая защитница детей, детей. Если черный на ночи победит, не в бою не выдержать дня. Войну. Эта тема сегодня очень актуальна, потому что мы с вами находимся в преддверии очередной 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Эта тема, безусловно, очень важна и актуальна для всех, потому что и в нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не прошла мимо война и не оставила тяжелые следы в истории каждой кисловодской фамилии. Поэтому, уважаемые ветераны, вы здесь тоже присутствуете. Поздравляем вас с этим трогательным и очень важным днем событий нашей истории. Давайте будем помнить, чтить, верить и здоровья вам, крепкого здоровья на долгие-долгие годы жизни. И спасибо огромное Наталье Борисовне и Сергеевне за то, что они нас сегодня здесь собрали. Спасибо. Вот эта щедрая, радушная душа Семена Ароновича могла передать безвозмездно музею 53 шедевра. То есть каждая картина несет за собой образ, несет за собой человека, который был заслуженно возведен этим великим художником. Я помню этот портрет Владимира Вячеславовича Секлюцкого. Он украшает этот музей повседневно, всегда. И это как визитная карточка Родницкого. Вот он каждому человеку подходил с особой нежностью, с особой тревогой, с особым волнением. Вот прочитав книгу, созданную его учениками, я был край поражен портретом Федора Ивановича Шаляпина. Причем портрет, который написан в 1973 году. Это очень важно. Это 100 лет со дня рождения Шаляпина. А какой изумительный портрет дочери Ирины Федоровны, которая оставалась в России и никогда не покидала Россию. Причем этот портрет написан с натуры. Ирина Федоровна была в гостях у Семена Ароновича, и как память об этой встрече, как замечательное событие в его биографии, остался этот портрет. Надеюсь, что сегодня вы получите несомненное удовольствие. Вы познакомитесь с работами дивного художника, потрясающего мастера. И какое счастье, какая радость, что эти работы на нашей кисловодской земле. На портреты, я смотрел его работы в каталогах. Это великолепный художник. К сожалению, как и большинство художников, не очень признанный во время жизни, не все почести, которых он был достоин, ему были отданы. Но очень хорошо, что у него осталась такая память. Это память и в его работах, и в его учениках. И я бы хотел еще, пользуясь такой возможностью, выполнить одно поручение. Я представляю здесь Кисловодское отделение Союза художников. У нас 42 человека в нашем отделении, и наш Союз художников очень тесно связан с этим музеем. Мы очень благодарны и Нине Сергеевне, и Наталье Борисовне, и предыдущему директору, и новому директору этой чудесной белой виллы, за то сотрудничество, которое, как сказать, много лет наше отделение ведет с музеем. Многие художники работали в музее, делали выставки. И меня попросили... Значит, Поленов Виктор. Виктор Георгиевич. Это тот, который начинал здесь.
когда еще не было союза нашего. И сегодня мы его приглашаем в зал, где мы продолжим смотреть эти выставки. Проходите, пожалуйста, открываем выставку, и там мы его наградим, посадим его почетное место, как того, который оставил нам то состояние усадьбы, подарил нам свои картины. И сегодня мне очень хочется, чтобы здесь и дочь его, и жена его, Поленова Ирина, по которой сейчас выполнен фильм. Петербургцы не только книгу написали, они еще создали фильм. Фильм замечательный, по книге Ирины Васильевны Поленовой. Они взяли ее за основу, этот фильм, эти книги. Мы будем все 22 месяца показывать и рассказывать об этом замечательном человеке. Но сегодня нельзя не вспомнить Секлюцкого Владимира Вячеславовича. Как же это все начиналось? 1979 год. Художник заходит к художнику. Так как, вы знаете, пополнялись фонды, и, естественно, он искал те работы, которые бы пополнили фонды. И заходит к нашему дорогому Ратницкому Семену Ароновичу. Семен Аронович увидел вот этого нашего красавца, высокого, красивого, и сказал: «Вам не встать, пока я не напишу ваш портрет». И представьте себе, история этого портрета какая замечательная. Все, учтите, 79-й год. Я знала, что этот портрет написан, и знала, и он, вы сейчас его увидите, что он отдал ему дань. Этот портрет настолько понравился, что его сразу выкупили художественный фонд Петербурга. Мы его долго искали. И когда я уже приехала и просила его отдать сюда этот портрет, его портрет, пришлось Семену Ароновичу написать их заказ и передать мне вместе с этой коллекцией замечательного нашего незабываемого основателя вот этой красоты, который поверил в те годы, что да, можно расстаться с теми людьми, которые здесь жили. Они, конечно, берегли могилу Николая Александровича Ярошенко и сохранили эти дома в первозданном виде, который мы сейчас восстанавливаем потихонечку. И сегодня, вот вы видите, Петровский зал, где мы вас всех пригласили. Это тоже, смотрите, в этом году мы отметили 170 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко. А когда ему было 150 лет, в театре, если кто-то помнит из наших, какое было торжество, когда в театре отмечали 150 лет. Но этого было мало. Когда появился наш попечитель, я обо всех хочу сказать, о Лунине Евгении Михайловиче, которому нельзя сказать. Однажды он пришел и сказал: «Я хочу тебе помочь. Мы создадим фильм о Николае Александровиче». Создал этот фильм. Прекрасный режиссер создал. Я с этим фильмом поехала в Петербург, в Академию художеств. И сегодня, к 170-летию, в этом году, на этой прекрасной академии появилась мемориальная доска. Здесь учился выдающийся сын России, генерал-майор Николай Александрович Ярошенко. Я не случайно к вам говорю, здесь всех я сегодня не назову, но сколько людей, которые помогали нам из 04 га, все знают кисловодчанин, вот этот маленький домик, превратить это все прекрасную усадьбу в первозданном виде. Я сегодня очень рада вас видеть, потому что у нас отреставрировали белую виллу с большой. Спасибо Говорухину Станиславу Сергеевичу, который все возглавил. Но сегодня забыли сказать, когда я рассказала, мы дружили, так как я каждый год бываю в Петербурге, с Семеном Ароновичем ровно 20 лет. Я была на его последней выставке. И он умер как солдат. Он проводил экскурсию, сел на стул, и его жизнь закончилась. Закончилась как истинного, настоящего художника, преданного сына нашей России. И я сегодня горжусь, что сегодня вы увидите его творение. То, что когда он... Вы представляете, что каждый художник пишет сердцем. Не может быть. Когда он мне сказал, я говорю: «Как сколько людей? Вы как Ярошенко отдаете столько портретов?» Он говорит: «Это не случайные люди. Это люди, мои духовно близкие друзья, которым я хочу отдать дань». Поэтому мы вас всех приглашаем Поленову Виктору пройти, да, Виктору Гедбуревичу пройти вперед. Да? Можно я раскрою тайну для всех? Да. У нас в отделении 5 заслуженных художников России. Народный художник Карачаева-Черкесии, 2 заслуженных художников Карачаева-Черкесии. И еще 2 художникам присвоено почетное звание «Почетный деятель искусства Ставропольского края». Один из них — это Поленов. Это звание будет вручено от почетной знаки. Здесь обладает не только
проблема с видимостью художественной работы. Но три профиля, которые были написаны как приз нашего музея, Шапошников, Захарова, Миродипов, так и остаются в наших экспозициях, потому что это самые известные работы Рашега, которые Павел Михайлович Третьяков покупал в своем театре. А вот дальше у нас работа Николая Александровича. Если в первом зале мы представляем работы разных лет, вот самые ранние в нашей коллекции датированы 1869 года. Портрет молодого человека. Ярошенко еще учится в артиллерийской академии. Ярошенко уже военнослужитель Академии художеств. И это одна из ранних его портретных работ. Ну а далее работа «Историк с табакеркой», и это уже 73-й год, через 3 года. И это уже последний год обучения в Академии. Монастыри Киево-Печерской лавры, жанровая работа, украинка, старик с палкой, разные годы, разные периоды, но они объединились все в нашей гостиной. А дальше про...